Кто-то из вас будет водителем, да? Кто-то из вас будет пешеходом. И мы с вами разберем ситуации, которые гораздо чаще у нас встречаются на дорогах. Госавтоинспекция Ленинского городского округа – это целый организм, где каждый сотрудник работает на один результат – обеспечение безопасности дорожного движения. Круглый год отдел пропаганды проводит с подрастающим поколением разъяснительные беседы и интерактивные игры, рассказывающие о правилах поведения на проезжей части. Делаем акцент на светофорах, какие светофоры регулируют движение автомобилей, какие регулируют движение пешеходов, где именно нужно переходить проезжую часть, какие дорожные знаки при этом используются. Рассказывают ребятам, как правильно передвигаться на велосипедах или самокатах. Работа ведется и с пешеходами. Регулярно инспекторы ГИБДД выходят на улицы муниципалитета, чтобы проводить тематические акции для пеших участников дорожного движения. В первую очередь, смотрите, написано, да? Не спеши, сохрани скоростной режим. А тем более рядом с пешеходными переходами, там, где у нас могут переходить дорогу не только детишки, да? Ну, молодцы, прямо, честно, здоровье вам всем. Раздают фликеры, светоотражающие элементы, которые рекомендовано крепить на одежду, чтобы в темное время суток пешехода было лучше видно. Разместите его на курточке, и в темное время суток ваш ребенок будет безопасным, будет виден на дороге. Такая работа с населением требует немало усилий. Сотрудники госавтоинспекции, не жалея себя, трудятся в любую погоду. Будь то лютый зимний мороз или знойный летний день, они выходят на службу и стараются обеспечивать безопасность участников дорожного движения. Товарищ лейтенант Горбатенко, ваши документы, пожалуйста. Сейчас. Вы стоите на месте для инвалидов. Рейды – еще одно направление работы ГИБДД. Съемочные группы «Видное ТВ» сотни раз были свидетелями работы инспекторов во время проведения выездных мероприятий. Ловили пьяных водителей, несознательных автолюбителей, которые паркуются на местах для инвалидов, водителей с детьми в машине без детского кресла. Мы еще раз обращаемся к нашим родителям, к нашим водителям. Перевозите детей в специальных детских удерживающих устройствах, используйте детские кресла системы Isofix. И не забывайте, что самый главный у нас в машине – это маленький пассажир. Свой профессиональный праздник эти отважные люди отмечают 3 июля. В этот день начальнику МВД России по Ленинскому району подполковник полиции Алексей Бадин наградил самых выдающихся сотрудников почетными грамотами и поблагодарил за самоотверженный труд. Мы, в свою очередь, тоже хотим поздравить всех работников ГИБДД и пожелать спокойствия на дорогах. Юлия Погосян, Елена Кошелева, «Видное ТВ».